Всем привет, друзья! Я рада видеть вас на моем канале. Боже, мне кажется, я не снимала видео целую вечность. Но сейчас начинается пора осенних таких холодных вечерков домашних, и мы с вами сможем более активно делать обзоры на разные интересные продукты, на разные классные косметические средства. Кстати, у меня накопилось здесь невероятное количество новых моих летних и не только летних фаворитов. Поэтому, если вам интересно, оставайтесь со мной и поехали. И первый фаворит этого лета у меня оказался такой кондиционер от Elsev. Это для окрашенных волос серия. Очень классный бюджетный кондиционер, который очень круто увлажняет ваши волосы, делает их гладкими, волосы блестящие после него, такие, знаете, напитанные, сочные, очень живые, мягкие, и очень неплохой вариант для бюджета, это просто вау. Так как, например, недавно у меня была профессиональная серия шампунев и бальзамов, и, честно говоря, я уже скептически относилась к Elsev, L'Oreal и тому рода шампуни и бальзамы с масс-маркета, но меня убедили попробовать этот бальзам, и я не прогадала, он реально стоит своих денег. Я знаю, что у них есть еще масочки такого же действия, как этот бальзам, но маску пока я не пробовала. Этот бальзам мне невероятно понравился, беру уже вторую бутылочку, поэтому, конечно же, это мой фаворит этого сезона. Далее, конечно же, у нас будет автозагар. Сколько всего известно про автозагар? И, честно говоря, ко мне часто поступают вопросы, и даже просто, когда я общаюсь с клиентами либо со своими подружками, они мне часто говорят, что, блин, не могут найти нормальный автозагар, который реально исполняет свои действия, не делает пятна и делает красивый такой бронзовый загар вместо желтых каких-то пятен либо желтого оттенка. Я с чистой совестью всегда рекомендую Estée Morris. Мне настолько нравится, это уже, не знаю, четвертая, наверное, бутылочка. Это очень мягкий такой мусс, который легко выдавливается, и с помощью специальной рукавички вы размазываете его по телу. Эффект от него вау, результат виден сразу по истечению 20 минут, то есть вам не нужно ждать сутку, чтобы подействовало это средство, либо ждать там 24 часа, как когда-то, знаете, у меня были такие обычные автозагары, и я ждала, помню, ну, на вечер намажусь, и только утром там чуть-чуть что-то видно, если еще не пойдет пятнами. Поэтому с этим такого не будет. Тут вы сразу видите, где вы промазали, где вы еще оставили. И результат вот сразу через 20 минут. То есть, если вам нужно куда-то бежать и нужно красивую загорелую кожу, вы можете реально уделить себе 20 минут, намазаться и сразу выходить по своим делам. В принципе, загар у вас уже есть. И он не желтый, а знаете, именно вот такой ближе к морскому какому-то загару. Очень нравится, я все лето им пропользовалась. Реально, меня даже спрашивали и на работе мои клиенты, и, в принципе, мои знакомые, как у меня такие загорелые, классные руки, ноги, где я ходила, если вроде всегда на работе, и тут я такая загорелая, знаете, приезжаю. Вот этот автозагар реально с чистой совестью рекомендую. У меня оттенок medium, там есть еще dark, но это для очень такой смуглой кожи. У меня кожа светлая, поэтому medium мне вполне подойдет. Обратите внимание. Фаворитом этого сезона для меня также стало открытие. Это такая маселка для волос от L'Oreal, Elsev тоже. В принципе, покупала вместе с этим бальзамом красным. И хочу сказать вам, что масло меня не расстроило, наоборот, очень порадовало. Хорошая тоже альтернатива профессиональным защитным средствам для волос. Он очень круто, этот флюид, скажем так. Тут эликсир с 6 маселок входит сюда в состав, очень круто увлажняет ваши волосы, они блестящие, питательные, очень хорошо разглаживает, они легко расчесываются, блестят. Правда, я сегодня чуть накрутилась, ну как накрутилась, попозже вам расскажу, что произошло с моими волосами, неудачная укладка. Вот, и это масло очень мне понравилось, очень круто, тоже замена профессиональным средством, попробуйте, не пожалеете, дает именно такую чуть-чуть тяжесть волос, без утяжеления, просто как будто у вас тяжелые волосы, но быстро впитывается, не оставляет жирности, и, в принципе, очень мне понравилось, и очень-очень экономное, вот очень, прям два натискания на все мои волосы, на короткие это вообще одно натискание, обратите внимание. Добрались мы до истории с моими волосами. Итак, купила я себе вот такие бигуди на волосы, и вчера их испробовала. Ну, как видите, результат такой себе, не очень. Мне нравятся мои локоны, если можно их так назвать. Ну, просто пышные волосы, как бы, ну, в принципе, не знаю даже. Это такие бигуди. Почему они попали в мои фавориты? В принципе, они неплохо держатся, с ними легко спать. Они так легко закручиваются, и у вас, в принципе, уже есть на голове локон. И честно вам скажу, ну, может, я не так накрутила, может, надо было больше пряди брать и более легче это все задавливать, не так высоко, только, например, концы, и вот у меня такие получились концы,
Вот. И результат был бы неплохой. Но так как я накручивала от головы и, видите, такими прядями непонятными, на достаточно мокрые волосы, то есть некоторые пряди накрутились, некоторые нет, были мокрые, поэтому даже не знаю. Но, в принципе, сами бигуди мне очень нравятся, поэтому они в фаворитах сегодня. Они, в принципе, держат. Я всегда считала, что такие штучки не держат волосы. Хоть у меня длинные и достаточно пышные волосы, в принципе, отлично. Продержалась целую ночь, ничего, не развалилась, не раскрутилась. Ну, мне понравилось. На мою длину мне две пачки не хватило. Ну, в принципе, могу рекомендовать, очень крутые. Просто нужно попробовать в разных техниках накручивать волосы. Ну, или кому-то, может, нравятся такие пушистые волосы. В принципе, да, я еще делала ошибку, я их расчесала. Может, надо было просто поразделять пряди, и тогда было бы отлично. Так, в принципе, видите, ну, такой вот у меня результат получился. В принципе, не знаю. Ну, нормально, в принципе, ну, может, надо было не расчесывать, а как-то поразделять, позаморачиваться. Я не хотела заморачиваться, поэтому у меня получился такой результат, какой получился. О май гад, как же я сильно подсела на корейскую косметику. Я недавно для себя открыла, и открыла ее, начиная с таких замечательных масочек. У меня их было просто невероятное количество, я наверное, скупила все в магазине, которые были, остались только эти две. Брала с улиткой, с алоэ, с витамином С у меня еще было. Очень классные, реально рекомендую корейскую косметику, если у вас есть возможность. Эти масочки тканевые, я их держу в холодильнике. И знаете, как классно потом даже после рабочего дня смыть косметику и холодненькую масочку тканевую, увлажняющую, положить на лицо. Очень невероятное просто чувство, так классно увлажняет волосы, увлажняет лицо разглаживается, очень круто напитывается, реально состав просто офигенный, мне очень нравится. И, в принципе, они недорогие, они в районе, чтобы вас не обмануть, сейчас я посчитаю, они в районе 20-30 гривен, наверное, если на гривны приводить. Ну, в общем, где-то 6 злотых, да, 35 гривен, ну, где-то так будет, может, чуть-чуть больше, чуть меньше. Вот, одна так стоит. У меня было просто невероятное количество. Мне еще другие нравятся, я о них вам чуть-чуть позже покажу их, потому что они у меня закончились. Это тоже просто бомбически. Если вы можете найти себе такие маски, обязательно попробуйте, рекомендую. Мне очень понравились эти корейские масочки. И еще брала недавно такую масочку от фирмы Mia. Mia, наверное, не знаю. Недавно познакомилась с этой фирмой. В принципе, раньше как-то была не знакома с этой фирмой. Очень интересная маска, черная. Я почему-то не дружу с черным маском. У меня весь умывальник и вся ванна просто превращается в черное пятно после таких вот масок и разных умывашек. Хотя они невероятные, они очень круто действуют на лицо, но почему-то, блин, я не умею ими пользоваться, и меня эти черные маски просто напрягают. Но сама маска очень классная. Запах, конечно, у нее противнейший, смесь кокоса с чем-то еще, невероятный запах, просто не рекомендую его не вдыхать, но сама маска очень классная. Она трехминутная, 3-5 минуточек, вы ее наносите и держите так, пока там моетесь. В душе ей прекрасно пользоваться, но если вы отдельно хотите себе масочки поделать, как я, то у вас будет весь умывальник черный, все полотенца и все вокруг, и руки здесь. Это только нужно делать в душе. А так она очень классная, быстро действующая. Вот это мне нравится. 3-5 минут, не нужно ждать, не знаю, 15 минут. И она моментально увлажняет и очищает ваши поры. Очень мне понравилась такая масочка. Там есть еще розовая, но розовую я не знаю. Я попробовала пока вот эту зеленую, поэтому обратите на нее внимание. Также недавно открыла для себя вот такой кремик на лето. Я искала на лето, знаете, не больше увлажнения, как больше матирования, потому что в такую жару у меня лицо просто превращалось в блин какой-то где-то уже посредине дня. Потому что все мои крема увлажняют максимально, и это уже с утра дает блеск, а еще и на протяжении дня в жару у меня невероятно светилось лицо. И я искала что-нибудь легкое, матирующее. И обратила внимание на такой кремик от фирмы Белинга. Белинга, не знаю, как правильно, Face Boom, очень неплохой крем для смешанной кожи и вот как раз жирной, комбинированной, как у меня. Знаете, это просто находка, он так круто пахнет, лицо держит запах еще полдня, у вас очень круто пахнет лицо, кожа. Он сразу матирует и держит эффект. Нету такого, знаете, что он заматировал, и через 5 минут у вас уже снова блин какой-то, либо просто еще больше жирнится кожа. Есть такой минус в этих матирующих кремах, что ваша кожа сначала матируется, а потом еще сильнее блестит, еще сильнее выделяется серум. Вот, серум. Здесь такого нету, если этот крем заматировал, то он держит реально несколько часов, и кожа очень круто держит матовость, она не блестит. Вот я, например, даже сегодня и мазалась,
потому что я им мажусь только с утра, на вечер более такие увлажняющие и питательные крема. И я им мазалась, и уже вот, ну, где-то несколько часов я хожу с макияжем, и это без каких-либо запудриваний, у меня нету ни грамма пудры на лице, и он невероятно классный, в принципе, лицо не блестит. Тут, если блестит, то это хайлайтер. А так на зоне Т у меня лицо пока что не блестит. Поэтому этот кремик, обратите внимание, очень круто на лето, в принципе, даже на дневное время, даже осенью, я думаю, он подойдет. Второй кремик, тоже мой фаворит в этом сезоне, это от Миксы, это гиалурон жель, такой больше легко увлажняющий, так как когда-то я брала Миксу, брала, наверное, очень сильно увлажняющий гиалурон жель, и, знаете, он очень так... Я даже не знаю, как это объяснить. Он ложится какой-то пленкой. То есть у вас на лице как будто пленка вот этого гиалуронового состава. Это не всегда приятно. Этот более легкой консистенции. Тут так и пишет, что он легкой консистенции. То есть гиалурона здесь всего 7%. Там есть еще 10%, 15%. Вот это очень для меня сильное средство. Если у вас, конечно, мега сухая кожа, то вам подойдет. Но пока я взяла 7%, в принципе, им довольна. Он оставляет такую... легкую вуаль на лице, и это держится до следующего утра, в принципе, ничего не сходит, и у вас очень классно есть эффект этого увлажнения на лице. Единственный минус, что здесь в составе спирт, и это немножко для меня минус, так как это сушит мою кожу. Я не очень люблю крема с спиртом, даже для жирной кожи не рекомендую крема со спиртом. Берите лучше увлажнение, так как крема со спиртом просто иссушает кожу, у вас будет еще больше прыщи. К сожалению, когда-то я этого не знала, и если у меня были высыпания, я просто глушила эти высыпания спиртовыми средствами, и это еще больше разносило мои прыщи по всему лицу. Когда-то эта проблема касалась меня достаточно сильно. Но сейчас я такой ошибки не делаю и вам не рекомендую. И ваша кожа улучшится и не будет никаких воспаний. Обратите внимание на этот крем, но имейте в виду, что там есть спирт. Потихонечку движемся к концу моих фаворитов на сегодня. И хочу показать вам напоследок две помадки, которые я недавно купила. Это фирма Inglot, всем известная. Это такой блеск, очень круто держится на губах. И, знаете, не липнет, нету такого, что он натягивается, липнет. Он очень круто увлажняет. И как его положишь, так он реально и держится. Никуда не сходит, не скатывается, не липнет. Вообще ничего такого нету. И второй блеск, это уже матовый блеск от фирмы Similac. Если вам известна эта фирма, если нет, то эта фирма выпускает гель-лаки, выпускает помады и много всего другого. Неплохая фирма, неплохой вариант. В принципе, здесь в Польше очень популярная, все знают Similac. Очень классная матовая помадка в таком нейтральном, нежном персиковом оттенке. Она не сейчас у меня на губах, но приближенная к этому оттенку. Вот, очень классно увлажняет, немного сушит, немножечко, но не сильно. Я считаю, что очень сушит матовые помады, но это так. В меру. Ну и, в принципе, все. На сегодня у меня все с фаворитов. Я обещаю, что у нас будут с вами интересные видео новые. Я подготовила для вас еще очень много всего интересного. Так что оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии и ставьте пальчик вверх. А я всех была рада видеть. Всем пока!